разжег огонь твоей любви. Нам больше не страшны холода. Влюбленным помогает природа. Ты в сердце моем будешь всегда в любую погоду. Пусть мимо нас несутся года, проходят дни. По-человечески. Да и недокормленная какая-то. Да нет, нормальный прикид. И поет хорошо. Лимита очевидная. Вот Эдита Пьеха. Другое дело, шикарная женщина. Одно слово, иностранка. Что, снова пришел? Угу. Никакой с него выручки. Целый месяц котлеты с минералкой топчет. Любовь! Смотри, с цветами сегодня. Влюбленным помогает природа. Ты в сердце моем будешь всегда в любую погоду. Пусть мимо нас несутся года. Проходят дни, меняется мода. Тебя любить я буду всегда. Слабо, а? Ай, хорошо поешь, дорогая. А теперь можно повеселее? Синий, синий, иней, можно? Девушка миленькая, мне бы для жены, простите, у нас, утвержденный подарок. Репертуар. Будьте добры на свои места. Пройдите, пожалуйста. Ксюша. Спасибо. Ксюшенька, у нас очень важный гость. Вот это от него. Просит тебя за столик. Что за глупости, Федор Юрьевич? Уберите деньги, я никуда не пойду. Что значит никуда не пойду? Ты же совсем с ума сошла? Этот человек уважаемая личность. Будешь за ним как сыр в масле. Так, слушай, хорош кочевряжица, Фарштейн, бери. Федор Юрьевич, ну что вы такое говорите? Какая еще личность? У меня перерыв. Как ты не понимаешь, это же наш основной поставщик, очень нужный человек. Ксюшенька, давай так, ты с ним поласкивай, а я тебе ставку подниму. А если нет? Если нет, радость моя, полетишь ты в свой Мухосранск или откуда ты там. Из музыкалки тебе выпрут, да, выпрут. Уж я постараюсь, не сомневайся. Ну и в общежитии, где живут порядочные комсомолки, тебе места не будет. Уж я постараюсь, характеристику такую накатаю, не дай бог. Такой непыльной работы, Ксюша, тебе не найти. Фарштейн, Майнеклер. Не совсем. Вы что, продаете меня? Так крепостное право отменили. Я в милицию пойду. Иди, иди. Давай, давай. Ты себе другого амика нашла. Ну ничего, мы этот вопрос тоже решим. Напрасно вы так. Я привыкла и в защитниках не нуждаюсь. А вам здесь не место? Да ну. Может быть, в оперный театр меня устроить? В оперный не устрою, а помочь хочу. Много вас. И едят, пьют, деньги раз... В общем, все. Бессмысленный разговор. Да нет, я сюда не есть хожу.
Я вас слушаю. Ну вот, не решался подойти. Ну вот, подошли. Что мне теперь делать? Уволит ведь. На улице останусь. А вы можете у меня пожить? С работой мы что-нибудь придумаем. Я обещаю. Что значит поживите? В качестве кого? Как сыр в масле, спасибо. Мне уже предлагали. В качестве моей жены. Уходите. А, я не то. Не то сказал, не так. Извините. А я ждать вас буду. Каждую субботу у фонтана в парке. Вас и вашего решения. Даже зимой? Ну, если придете. Извините. Извините. О. Девчонки, привет. Привет. Ксюшенька, привет. А что ты, ласточка, на работе не появляешься, а? Здравствуйте, Федор Юрьевич. А что, соскучилась? Конечно, соскучился. Ты бы хоть извинилась. А, извините. Ну, ладно, хватит предисловий. Ксюш, я тебя умоляю, встреться с человеком, поговори. Ну, не съест же он тебя. Опять? Кто очумавший, вы про баню. Я повторяю для особо непонятливых. Влюблен он в тебя. Ну, так радуйся, он же веселый мужик. А я люблю серьезно. Вот именно, я про это говорю. Дело-то серьезное. Все, что я тебе сказал, остается в силе. Наш клиент, он же основной поставщик, прождал тебя до самой ночи. А ты, а теперь партию армянского коньяка он собирается отдать в салют. Федор Юрьевич, а я-то тут при чем? Да при том, радость моя, что накладные на наш коньяк оказались липовыми. Вдруг. И что самое странное, под всеми твоя подпись. Очень интересно. Откуда? У ресторана певички такие полномочия. Тыришь с подельничком. У государства тыришь. Вы что? Какие подписи? Какие подписи? Я тебе сейчас покажу, какие подписи. Я тебе сейчас все покажу. Вот смотри, вот это твоя. Здесь твоя. Ой, опять твоя. Подруга, залетишь у меня по 156-й, как пить дать. Ну это же бред. И какое вообще отношение я к кухне имею? Это слишком явно. Вам не удастся меня подставить. Это ты в милиции будешь рассказывать. Значит так, детка, предложение уважаемого Сергея Петровича остается в силе. То такие цеховики ты прекрасно знаешь. Не надо, не надо изображать мне здесь наив. Давай, детка, будет тебе и сало в шоколаде, и чешский гарнитур, блин. Благодарить меня не надо. Значит, смотри, чтобы в 7 часов была в ресторане. Сергей Петрович будет ждать. Ясно? Да, Ксюшенька, и не вздумай шутить. Потому что если серьезные люди начнут шутить, мало не покажется. Ты что, забыла что-то? Мне тут Федор Юрьевич, наш администратор, сало в шоколаде предлагал. Ну и? Ну и не по мне такие сладости. Ну и дура. Хочешь всю жизнь перед всякой пьянью чирикать? Или как мы на фабрике спины гнуть? Да не в этом дело, меня в тюрьму могут посадить. А что это ты натворила? В том-то и дело, что ничего. Но он мою подпись на фальшивых накладных оставил. А я точно знаю, что я ничего не подписывала. Ну, разве что заявление о приеме на работу. А он теперь грозится меня в тюрьму посадить, а он что обещает, то и делает. Да ты что? Ну, а выход-то какой? Из-за чего он завелся-то? Он хотел, чтобы я сошлась с каким-то его нужным человеком. А. Ну и куда ты теперь?
Не знаю. Тетка родительский дом продала. Да. Ситуэйшн. Даже не знаю, что сказать. Слушай, подай заявление на общественное порицание в партком или в комсомол. Вон Машка мужа на измене поймала, таким быстро гайки прикрутили. Федор Юрьевич сам партком. А вот и достанется мне общественное порицание. Ну неужели никто помочь не может? Слушай, если сразу в политбюро? Над, ну что ты несешь? А девочки где? Чё? Так выходной же, суббота. Девки в кино пошли. А. Ты куда? Не знаю. Страстная песня без слов, словно тленная плоть без души, как терновый кустарник без роз. Эта жизнь без любви некрасива, но ведь мы друг у друга есть, и в небе радужный. Любовь в жизни главная суть, начало начал. Ее появление душу приводит в движение. Мы верим в нее, как в единственный в мире причал, где каждый найдет себя в лучших ее проявлениях. В океане бушующих грез, где расставлены сети иллюзий, каждый ищет ответ на вопрос, почему и зачем мы живем. Мы пришли в этот мир не для слез, а для счастья, улыбок и музы. И хотим, чтоб весь мир был похожим на радуги мост. Любовь в жизни главная суть, начало начал. Ее появление душу приводит в движение. Где каждый найдет себя в лучших ее проявлениях. Выходит, я не один тут мокну. Выходит, что так. И выходит, если бы вы появились пораньше, мы бы спаслись от этого потопа. Возможно. Что же вам помешало проявить такое милосердие? Я еще ничего не решила. Ясно. Но пока вы принимаете столь сложное решение, я смогу обежать вокруг земли два раза. Может быть, спасете хотя бы вот это? Еще пару минут, и вы окончательно простудитесь и потеряете голос. Мне кажется, уже все равно. Но мне-то не все равно. У меня тут недалеко дом.
Я ни на чем не настаиваю, но там тепло, есть горячий чай. Пойдемте. Мне все равно. Мне придется сильно постараться, чтобы перестали так говорить. Вот он какой, чешский гарнитур. Нет, это белорусский. А вам чешский надо? Нет, мне ничего не нужно. Так, к слову пришлось. По-моему, вам сейчас необходимо высохнуть, согреться и переодеться. И вот еще. Держите полотенце. Там в ванной кран с горячей водой. А еще вот здесь... Это необходимо. Это лекарство. Вы простите меня, я, кажется, глупо сделала. Я уйти хочу. Можно? Уйти? Угу. Мне все это не очень нравится. Вернее, совсем Подождите, не нравится. Куда же вы пойдете? Давайте я уйду. Как? У меня тут есть друг, и абсолютно нормально. Вы здесь располагаетесь, согреетесь, ключи потом под дверью оставите. У меня сейчас никого нет, ни папы, ни мамы, ни младшего брата. Они все в Сирии, в Дамаске, там нефтепровод помогают строить. Так что не волнуйтесь, все будет в порядке, хорошо? Послушайте, это глупо. Я же сказала, уйду я, и вы здесь ни при чем вообще. Подождите, куда вы пойдете? Сейчас на дворе такая погода. Да я дойду как-нибудь. Вы промокнете совершенно. И я вас очень прошу. Я забыл представиться. Павел Рязанов, военный психолог. Ксения. А, ну да, Ксюша, вы располагаетесь здесь. Я там, ну, где-нибудь. Вас не побеспокою. Я утром, я пораньше уйду. Как уйдете? Куда? Так у меня же 40 призывников. Да, я же доктор. И вообще, мои намерения гораздо серьезнее. Да. Держи. Тихо. Все будет хорошо. Я с тобой, маленькая моя. Я никуда тебя не отпущу. Родная моя, маленькая моя. Тише. Подожди, поправлю. Все, как я и хотела. Жаль, только что родителей не было. Ну, слушай, ты же знаешь, папа в командировке, но вы обязательно познакомитесь. Ну все, народ, мир вам и благодать. А у меня уже смена начинается, что ж мне так-то не везет? Слушай,
девкам расскажу, не поверят, что ты вот так вот сходу в воду. Ты когда из общаги пропала, мы думали, ну там, ехала куда-нибудь, или еще хуже, подрезали и убили. А ты вот так вот замуж. Ну все, ребята, мне пора, извините. Все, пока. Ой. Пока-пока. Давай, капитан, не упусти. Погнали. Свидетели на брудершафт должны выпить. Куда же вы уходите? Наташа, а как же шампанское с вами? Давай-давай на брудершафт. Ой, девочки, есть импотный какой. Так-то, девки, мужиков в ресторане искать надо. Это точно. Ну, саксуса. Подожди, куда пойдем? Давайте. Ресторан, парк, пикник, театр. Может быть, в цирк? В цирк. В цирк. Цирк? На Серебренникова. А это кто такое? Ты что, это же фокусник. Звезда мирового уровня. Ты у меня звезда. Эй, ребята, а фото? Я бы точно пошла в цирк работать. Мне там так все очень нравится. Слушай. Да? Это же звонок. Междугородний. Кажется, у нас. Алло, да? Привет, отец. Рад тебя слышать. Как ты, как мама, как Петька, не шалит? А погода у вас жарко? Что зубы? Какие зубы? Я вам ничего не заговариваю, папа. Хорошо, давай, мать. Привет, мам. Да, женился, я же говорил. Что она? Она закончила училище, будет преподавать в музыкальной школе, да. Что? Что тебе сказать? В каком ресторане? Мама, что за глупый допрос, а? Она прекрасный человек. Прекрасный, именно, да. Вот приедете, все сами увидите. Слышите меня? Давайте, Петьку воспитывайте. Все, жду вас. Тут такое дело, родители волнуются, тебя не видели. Ну, слушай, они тебя увидят и... пойму, что ты первая красавица. Пашка женился? Да. Ух ты, супер! Ну дает. Я уверена, что она крутила Пашку. Но ты же знаешь, какая-то лимита наглая. Им всем только в город надо. Понимаешь?
и квартиры наши. Господи, ну что ты вечно все на негатив сворачиваешь? Зато ты все на позитив. А вдруг не так, а? А вдруг он любит ее? Так. Так, тайм-аут, предки. Услышьте глаз юного поколения. Ну и? Хотите узнать человека? Ищите свидетелей. Да, собирайте информацию, а потом уже делайте выводы. Погоди, погоди. Каких еще свидетелей? Что за информацию? Короче, объясняй популярно. Звони Иннокентию Петровичу, пусть все разузнает. Да? Да. И доложит по всей форме. Сейчас. Точно. Звони Кеше. Ну! Кеша, он же справки наведет. Что? Вот прямо сейчас. А ты хочешь, чтобы у меня сердце разорвалось, да? Да? Не разорвется. Ну. Ой. Ма. Что? Ну. Денег дала. Ну, нельзя же так, нельзя. Нет, пора его в союз отправлять. Да он же здесь сопьется к чертовой матери. Или травку. Это еще хуже. Поступление на носу. Репетиторы тут были отличные. Язык выучил. Ну что, что еще надо? Пусть катится. Попробует другой жизни под Пашкиным контролем. Звони уже. Да звоню, звоню. Да, не ожидал, не ожидал. Надо же, повезло. Обычно они замуж не торопятся. В смысле, кто они? Ну, девчонки такие. Ну, что тут непонятного? Вы знаете, ничего с этим не могу поделать. Вот, казалось бы, советские же девчонки, да? Mm-hmm. Облика морали. Вот видите, какая цигель-цигель ай-люля получается. Каждый вечер с милицией вылавливаем. Каждый божий вечер. Представляете? Кошмар. Подождите, вы хотите сказать, что она... Да. Да, да. Вот именно. Да. Самая, самая красивая, самая дорогая... Девочка была. О, простите, у нас не курят. Извините. Чеками брала. Да. Да и рублями не гнушалась. Ну, в общем. Спасибо вам. Да ну что, какое-то спасибо. Беда. Вы так вашему другу и скажите. Беда. Такие любить не могут. Тут дело покруче будет. Может, денежное. Может, квартирная. Бог его знает. Хорошо. Благодарю вас. Да ну что вы, будьте здоровы. До свидания. Гриша, что ты тут понаставил мне? А ну, убери это сейчас же. А почему до Ташкента? Скажи честно, тебя ведь в Кабул посылают. Я же сказал, до границы. Просто туда, от Ташкента, ближе. Потом на поезде до Кушки, обычная работа. Там сейчас наш контингент стоит, ребят служат. Ну и увеличиваю численность войск. Вот и я понадобился. Обманываешь?
Нет. Успокаиваешь меня, да? Обещали. Месяц, ну максимум два, я буду дома. Я умру без тебя. Нет. Мы вместе умрем, только лет через 100. Я бы хотела быть такой маленькой-маленькой, чтобы ты меня в карман положил. Но не могу я тебя с собой взять. Не положено. Товарищ капитан, опаздываю. Все, пошел. Мы будем тебя ждать. Кто мы? Мне достаточно, чтобы ты меня ждала. Все. Мы. Это мы. Уважаемые пассажиры, догоняйтесь. Девчонки, без меня не улетайте! Двухочковый. Пассажиры просьба пройти к стойкам регистрации. Афганскую делегацию возглавляет министр иностранных дел республики ДОСТ. Пакистанскую министр иностранных дел Пакистана Якуб Хан. Переговоры проходят при посредничестве... О! Картина Репина. Не ждали. А вы Петя? К сожалению, именно так. Почему же к сожалению? Я очень рада. Давайте помогу. Давайте. Проходите. Да, после Дамаска тут все так убого. Даже странно. Раньше мне казалось, что у нас тут вполне прилично. Почему же тут очень красиво? Когда залететь успела? Что? Второй вопрос на засыпку. Пашка тебя тут прописал? Нет. Это же родители квартира. Без их разрешения нельзя. Уже легче. Через полгодика вернутся родители, сами все решат. Петр, а почему вы так со мной разговариваете? Я провинилась в чем-то перед вами? Что не так? Ну-ну-ну-ну-ну, не дуйся, не дуйся. Вообще мне пофиг, кто ты и что. Да, понимаю, Пашку, красивая ты. И залетела ты вовремя. Пашка тю-тю, а ты тут на всем готовом. И третьим будет пожелание. Пока Пашки нет, живи здесь, но только тихо. Я тишину люблю. Тюрьма. Лавистраус. Настоящая? Перебери, фирмовенников не вяжь. И откуда? На чеки в Березке взял. Чеков у меня дофига, а бабок ноль. Сколько? 300. Ого. Да это ж три его зарплаты. Ну так у него хоть зарплата есть. А мне на что до приезда предков жить, а? Сказал 300. Все. Так, не ты так фирмачам под кабаком загонил. Эй, тяни сюда. Слушай, клевая джинса. Беру. Ты бы жрачки еще купил, а то гостей совсем плохо встречаешь. Сейчас сделаем. На, сгоняй в магазин. У меня много работы. Ну да, ты же у нас училка для отвода глаз. Ну сгоняй, а? Или приготовь что-нибудь.
Вчера была целая кастрюля борща и жаркое. Ну так сожрали же уже. Народ голодный приходит. Ну а зачем зовешь? Петь, тебе надо в институт готовиться, работу найти. Скоро родители приедут, Пашка, а в доме что? Бардак? А это не твое дело. И дом не твой. И родители тебе, уж поверь мне на слово, не обрадуются. И Пашка смылся от тебя. Вон, ни слуху, ни духу от него. И вообще, откуда мы узнаем, от кого это ребенок? Что? Ты салфетка ресторанная? Ты чего? Ты устроилась хорошо, да? Сейчас я тебе покажу. Петь, тихо, тебе же завтра стыдно будет, Петя. Тихо. Что, отвыкла от своих обязанностей? От услуг, да? Петя, ну как его слух? Давай, вспоминай. Куда тебя несет? Помогите. Че с тобой? Мне в больницу надо. В роддом. Давай. Спасибо. Тебе, Синеглазка, о, коек нет. Помогите, пожалуйста, у меня схватки. Ходят тут, лишь бы пораньше устроиться на казенные харчи. Ладно, иди в ординаторскую. Если с сестрами договоришься, может, и устроят. Спасибо. Иди, иди, прямо по коридору. Все достаю только. Ой, когда захочешь родить, еще не такое достанешь. Тут один типчик вчера, ну, у кого двое не родилась. Так вот он... Ой, женщина, а как вы попали сюда? Вам чего? Помогите, пожалуйста, мне кажется, у меня схватки. Кажется. Когда схватки скорую вызывают, а не по городу расхаживают. А у нас все места заняты. Карта есть? Паспорт, направление? Вы где наблюдались? Во второй городской. Паспорт... Дома. И карточка тоже. Это ж не наш район. Что ж вы, женщина, нам голову морочите? Вы, мамочка, идите-ка домой, берите карту и обращайтесь по месту жительства. Мы вас не имеем права принять даже. Что же мне делать? Женщина, ну если б каждая хотела брожать, где попала, так порядка-то не было. А нам отвечай потом за вас. Откуда мы знаем, кто вы такая? Какая у вас группа крови? Какой срок? И вообще, первородка? Угу. Ну так еще домой за документами успеешь. Тебе еще не скоро. Спокойно. Быстро только кошки родятся. Ну давай наливай. Ой, девчонки, прямо спустятина сегодня. О,
чё? Родила уже, что ли? Помогите, пожалуйста. А чё ж тут не помогли? Не могут. У меня документов нет, и домой надо ехать. Ах ты, господи, да что ж за бабы бестолковые такие? Тихо. Сейчас. Так, давай. Маша? Оу, алло. Дурдом. Это ж надо бабу на сносяк за паспортом посылать. Ну, а мне теперь что делать? Дашенька, мама, дочка. Пройдемте, не останавливайтесь. Это что еще за сюрприз? Да я понятия не имею. Значит, я вовремя справки навел. Бась, не трави душу, пожалуйста. Не волнуйтесь, Такина Юрьевна. Как закончилось? Даша ведь ни в чем не виновата. Ну да. В наше-то время кого угодно посадить могут. Успокойся, Юнуся. 28 августа 2006 года в 17:00 вы пришли на автостанцию по улице Лесная и угнали автомобиль. Вы что, с ума сошли? Но на фотографии-то вы. Эту девушку вы видели на автозаправке? Да, похоже, но кроме прически. Какая автозаправка? Да я вообще водить не умею. Я дома была в тот день. Можете проверить. Мы проверим. Я студентка, я учусь. Да я в жизни ни копейки не брала, не то чтобы машину. Проверим. Ну так проверяйте. В тот день мы были у моего жениха все. Свадьбу планировали я, мои родители, его. Они все здесь, вы можете у них спросить. Кривцов, пригласи свидетелей. Только не всех сразу. Есть. Спасибо. До свидания.